страшное дело. Мне кажется, что Кипром грузили всех. Будь ты мало, чуть-чуть хотя бы медийная персона, появились у тебя лишние деньги, и, допустим, кто-то узнает, что у тебя там 1 000 000 рублей гонорара за 3 книжки, тут же автоматически находились люди, которые предлагали, как коробейники, всякие-всякие интересные такие схемы размещения денег на Кипре. И я очень благодарна судьбе, что я вообще не втянулась в этот конфликт. Но в моей жизни однажды уже было вложение денег в банк, когда все рухнуло, и я на все собранные деньги смогла купить себе только свадебные туфли. Поэтому вот этот почерк с тем, что когда 6% вы молчим, а когда такой огромный процент мы замолчали все, уж что-то почерк больно похожий мне. Мне кажется, что я это уже проходила. Я очень рада, что я не вложила деньги в Кипр.